Номер два. Даня. Даню представляет Николай Кильструп. Он живет в городе Вейре. С 4 лет он занимается танцами в стиле хип-хоп. Некоторое время Николай учился в школе для одаренных детей, а затем сам создал школьную группу Dream Dance. Песню для конкурса написал год назад, специально для конкурса Евровидения. Николай не считает себя певцом, он настоящий рэпер. Shake, shake, shake – название его песни. Поет Николай, юный рэпер из Дании. Николай из Дании. Ну а сейчас под номером 3.